Лесные пожары на юге Нижегородской области остановлены. На данный момент действующих очагов пожара под Саровом и в Первомайском районе нет. Как мы сообщали, в середине августа огонь пришел из Мордовского заповедника. Сгорел поселок Стеклянный в Первомайском районе. Людей успели эвакуировать. Как сообщает МЧС, площадь, пройденная огнем, составила около 400 гектаров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание в Первомайском районе. Отмечаю высокий уровень взаимодействия всех структур. То есть это говорит о том, что РСЧС в области работает. Работает на самом высшем уровне, организовано взаимодействие между всеми федеральными структурами, полное взаимодействие с властью субъекта. Глеб Сергеевич лично не то что держит на контроле, а ведет эту работу. Предпринимаются все усилия, и на самом деле вот сейчас ситуация контролируемая, управляемая. Договорились про дальнейшие действия, в том числе по отжигу, по продолжению прокладки минерализованных полос. Будем смотреть за ситуацией. Со стороны Нижегородской области приняты все решения по обеспечению группировки, в том числе ГСМ и другими необходимыми ресурсами для того, чтобы она функционировала. Сейчас работает около 1300 человек от всех ведомств. Ну, в первую очередь, конечно, от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Работали на грани, на самом деле, подвига. И очень много было вот таких острых ситуаций, когда вот самоотдача и самоотверженность, она позволила ситуации не перейти в неуправляемую плоскость. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. Пострадал населенный пункт Стеклянный здесь, в Первомайске. И это где-то 28 ориентировочных строений и сооружений. По всем по ним будет проведена работа по определению статуса, и пострадавшим будет оказана помощь.